Друзья, что очень важно обеспечить своему клиенту, пациенту, до чего он, скорее всего, сам не догадается, это вывод токсинов, дезинтоксикация. Когда ко мне, когда я встречаюсь с человеком, с которым я вместе училась в медицинском университете, меня спрашивают: ты вообще где сейчас, в каком лечебном учреждении? Я говорю: я не в лечебном учреждении. А чем ты занимаешься? Я говорю: я занимаюсь дезинтоксикационно-метаболической терапии. Дезинтоксикационно – это вывести из человека токсины, метаболическое – накормить человека. А вот вы человек помогающей специальности, вы остеопат или массажист или косметолог, вы видите, вы трогаете этого человека. Как заподозрить, что ну как бы там уже просто полно этих токсинов и нужно сконцентрироваться на выводе? И мне есть люди, которые накладывают руки на пациента и понимают, ткань ригидная, и вот как бы я пока не растормошу лимфатическую систему, не разжижу межклеточное пространство, будет сложно получить красивый результат. Кто-то чувствует запах от тела, кто-то расспрашивает и понимает, что там проблемы с системой выведения, почки не так справляются, кишечник какает через 2 дня на 3-й, это видно на коже, когда она серого цвета или там покрыта высыпаниями. Поэтому, друзья, в курсе «Богатый нутрициолог» мы целую неделю посвящаем разбору этого вопроса. Присоединяйся, шапки.